Да, Павел Степанович. Ну, Саня, вот тебе напарник. Верзила стоит лицом к проему окна. Наконец-то, Павел Степанович. Спасибо. Шурик курносый, улыбчивый, с густыми бровями. Одет в спецовку, на ногах кеда, на голове кепка. Ну, теперь поработаем. Хлопает Верзилу по плечу, тот медленно оборачивается. Работаемся. Шурик садится в бочку. Верзила проводит трубой по радиатору батареи, сгибает трубу. Шурик закусывает губу. Верзила поднимает радиатор, растягивает как баян. Сжимает обратно. Берет кирпич, ломает о колено. Второй кирпич разбивает о голову. Подмигивает Шурику. Тот машинально подмигивает в ответ. Ну, я вижу, вы сработаетесь. Сань, Шурик. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Прораб трясет руку Верзилы. Благодарю за внимание.